Узровень цен на социально значные товары и их ассортимент, наявность на прилавках гандлевых объектов, садовины и городнины айчинной вытворчести. Это питание остается в фокусе белорусских парламентариев. Отповедный мониторинг у Принемани ожидается на постоянной основе. Этим разом у один из гандлевых объектов с Кизелем у Гродинском районе для оценки ситуации накировался наместник старшини постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь Александр Аутка. Что касается мониторинга, по моим осмотру, хочу сказать, что социально значимые товары находятся в достатке, в ассортименте. Сахар очень мне понравилось, даже 4 заводопроизводителей Республики Беларусь. Овощи и фрукты также в ассортименте, морковка, картошка белорусская. То есть замечаний я не выявил, все в порядке. У ходе моніторингу депутаты звертають першасную увагу на ассортимент таких товаров, як цукор, макаронные вироби, рослинный олей и шерах інших. Экспертами оценивается диапазон цен на даденные виды продуктов. А кроме того, обовязково проверяется и письмово фиксуется наявность на полицах принемовских магазинов витамины продукции от белорусских вытворцев. И покуль означают парламентарии, ситуация на споживецким рынку принемания особливой заклопоченности не выкликая. Сегодня, если смотреть, какая у нас ситуация находится, чтобы не было ажиотажа на товары. У нас в Беларуси достаточно товаров и социального происхождения, и овощей, и фруктов, и мяса, и молока. Все есть, просто чтобы не было ажиотажа, чтобы не было этих шуток со стороны торговых сетей. Все цены, в том числе и в сельских населенных пунктах. Ну, хочется сначала начать с больших сетей, чтобы частная, вот это данный момент, это частная сеть торговая. Я не вижу ничего плохого, здесь все в порядке. По словах депутата Палаты представников Национального сходу Беларуси, работа по этим напрямку и мониторинг гандлевых объектов региона протягнутся. Отповедно, контрольные мероприемства не сгорнутся. И они будут проводиться в контексте доручения у керовника державы об стабилизации ситуации на споживецким рынку, недопущении ажиотажу на товары и необгрунтованного росту цен.